Начинаем с разминочки. Разминка одинаковая, она повторяется во всех неделях. Единственное, добавляется некоторое количество повторов в отжиманиях, а подъемы ног и наклоны все остается прежним. Итак, давайте начнем с разминки. Примите правильную осаночку и поднимаем поочередно ноги, делаем круговые движения руками через стороны и вверх. Давайте начнем. 60 подъемов ног. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два. Повыше поднимайте ножку. Голень должна быть параллельно, бедро должно быть параллельно полу и сохраняйте темп, как у меня, на каждую секунду подъем ног. Уже 40, еще. Помнили и технику, и последовательность упражнений. И за 2 недели у вас хорошо укрепились, растянулись. Мышцы вы стали более гибкими еще 10 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вы чувствуете очень хороший разогрев мышц. И продолжим. Подъемы ног для каждой ноги. Поднимаем повыше, соблюдая, опять же, условия: прямая ровная осанка и ручка поднята наверх. Соединяем лопатки. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50, еще 10. Старайтесь работать от бедра. Это именно подъем ноги при помощи квадрицепса. И прилагайте некоторые усилия. Вы уже должны ощущать, как у вас не только разогрелись мышцы, но и нагрузились. То есть уже под конец сложно поднимать ногу, то доведите это до конца. И другая нога. Поднимаем 60 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Очень хорошо заниматься перед зеркалом, когда вы можете контролировать свою осанку. Втягивайте живот, распрямляйте плечи, соединяйте лопаточки. Нога выведена вперед на носочек. И подъем высокий до параллели с полом бедра. 30, еще 30, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Даже на разминке можно укрепить хорошо ножки. Кто посчитал, что этот курс для него сложный, используйте отдельные упражнения в своих тренировках. Это не так сложно будет, чем повторять каждую неделю с
увеличением нагрузки. Но каждое упражнение имеет смысл, и оно достаточно эффективно и хорошо работает. Я думаю, еще десяткой хватит. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко потяните ногу. Хорошо, встряхните. И продолжим с наклонами в стороны. Вы уже помните, пяточки вместе приподняться на носочки. Пятка над полом висит. Чуть согните на 3-4 сантиметра колени. Присед сделайте небольшой. Втяните живот, подкрутите таз. И выполняем наклоны четко. Локоть опускается вниз в пол. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре. Сжимайте бедра, бока. Это еще уберет сантиметры на вашей талии. Очень хорошо действуют наклоны в любом случае. 20, еще 20. Раз, два. Не останавливайтесь, не опускайте пятки на пол. И сохраняйте правильную осанку. 9, 10, еще 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы, вы хорошо разогрелись. Сделайте выдох и потянитесь. Еще ниже. И с выдохом отставим ногу в сторону, тянемся к левой. Круглой спиной наверх. Вы сделали часть разминки. Следующее отжимание. Для этого надо опуститься на пол и встать на колени с упором на ручки. Руки под плечами. Скрестите голень и опускайтесь как по ступенечкам вниз на 15 счетов. На этой неделе мы добавили еще 5 отжиманий. Я думаю, что вы уже тренированные, у вас получится. Раз, два, там такой, 3, 4, 5. По ступенечкам вниз, вниз, вверх, вверх. 6, 7. Раз, два, раз, два. 8, раз, два, раз, два. 9, втягивайте живот. 10, 11, 12, 13, 14, 15. И держим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Снимите напряжение со спины. Мы сделали первый подход. Немножко отдохнем. И второй подход будет с руками, расположенными под 45 градусов, от, если мы держали прямо, сместите немножко ладони встречно друг к другу. Можно под 90, можно под 45, я делаю под 45. Опять же, руки под плечами, правильная осанка. Опустите таз, втяните живот. И начнем двойные отжимания. Раз, два, раз, два. Здесь мы напрягаем трицепс, то, что часто обвисает у женщин. Делает ручки некрасивыми. Отжимания помогут укрепить ваши руки и сделать их подтянутыми. 4 по ступенькам. 5. Это еще грудные мышцы хорошо укрепляют. 6. 7. По 2. Второй подход уже сложнее. 8. 9. 10, еще 5. И раз. И 2. И 3. И 4. И 5. Я сделала это, и вы сможете. Держим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Очень хорошо чувствуется трицепс. Растянем его, заведите руку за спину.
И надавливайте на локоть, надеюсь, еще так придержите это положение рук. Рука уходит за спину. Очень хорошо растягиваются мышцы. И другая. Разминочку вы сделали, мышцы потянули. И приступаем к основным упражнениям этого комплекса четвертой недели курса ножки мирового стандарта. Итак, все сохраняется. Наша позиция ног в первом упражнении будет прежней. Пяточки вместе, носки врозь, корпус держит прямо, ровная осаночка, соединили и оттянули немножко плечи назад и вниз. Поставьте руки на бедра, поднимитесь на полупальцы и чуть согните колени на 3-5 сантиметров. Здесь мы начинаем зажимы таза, как и в предыдущих занятиях, на трех уровнях. Раз, два, три, четыре, по 4 раза. На втором раз, два, три, 4, каждый раз опускаясь ниже и ниже на 3 сантиметра. 4. Но здесь на третьем уровне вместо стационарного зажима крепкого мы начинаем делать плие. Плие — это хореографическое па, опускание, небольшое опускание, сгибая колени. Сделали 10 плие. Итак, технику я вам показала, давайте выполним это упражнение, и его надо выполнять 6 циклов. Приготовились, приняли правильное положение, и давайте начнем с зажима. Раз, два, три, четыре, опустились. Раз, два, три, четыре, третий. Раз, два, три, четыре, и пружинистые плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 плие. Сразу ощущаются ноги. Делаем второй цикл. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ниже. Раз, два, три, четыре. И плие. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. О, это непросто. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Ниже. Раз, два, три, четыре. Третий. Раз, два, три, четыре. 10 плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Держите ровную спину и контролируйте осанку. Еще 3 цикла. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ниже. Раз, два, три, четыре. 10 плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не поднимайтесь высоко. Плие надо делать на третьем уровне, опускаясь до четвертого. Еще 2 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Плие. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Благодаря разминке и растяжке вам уже легче делать упражнения. И дыхание тоже можно восстанавливать через глубокий вдох и выдох. И последний подход. Раз, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вы сделали 6 циклов первого упражнения в первой позиции ног. Давайте повторим его еще раз. Пяточки вместе, носки врозь, корпус держит прямо, ровная осаночка, соединили и оттянули немножко плечи назад и вниз.
Поставьте руки на бедра, поднимитесь на полупальцы и чуть согните колени на 3-5 сантиметров. Здесь мы начинаем зажимы таза, как и в предыдущих занятиях, на трех уровнях. Раз, два, три, четыре, по 4 раза. На втором раз, два, три, 4, каждый раз опускаясь ниже и ниже на 3 сантиметра. 4. Но здесь на третьем уровне вместо стационарного зажима крепкого мы начинаем делать плие. Плие — это хореографическое па, опускание, небольшое опускание, сгибая колени. Сделали 10 плие. Итак, технику я вам показала, давайте выполним это упражнение, и его надо выполнять 6 циклов. Приготовились, приняли правильное положение, и давайте начнем зажимы. Раз, два, три, четыре, опустились. Раз, два, три, четыре, третий. Раз, два, три, четыре, и пружинистые плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. 10 плие. Сразу ощущаются ноги. Делаем второй цикл. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Ниже. Раз, 2, 3, 4. И плие. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это непросто. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Ниже. Раз, два, три, четыре. Третий. Раз, два, три, четыре. 10 плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Держите ровную спину и контролируйте осанку. Еще 3 цикла. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ниже. Раз, два, три, четыре. 10 плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не поднимайтесь высоко. Плие надо делать на третьем уровне, пускай до четвертого. Еще 2 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Плие. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Благодаря разминке и растяжке вам уже легче делать упражнения. И дыхание тоже можно восстанавливать через глубокий вдох и выдох. И последний подход. Раз, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Мы сделали 6 циклов первого упражнения. Первой позиции ног. Молодцы, вы сделали 2 подхода первого упражнения, но необходимо сделать растяжку. На этой неделе мы будем делать иную растяжку. И для этого опускаемся на пол. Поочередно на правую, на левую ногу будем ее выполнять. Становимся на левое колено и выдвигаем вперед правую ногу. Прямую. Опускаем корпус на правую ногу, на бедро правой ноги. И скользим пяткой вперед, уводя назад согнутую ногу, насколько возможно. Затем захватили пятку, вернее стопу за носок, и выполняем растяжку, натягивая на себя. Стараясь выполнять все время
изначально стояла на колени, и растягиваете квадрицепс. Это очень хорошее упражнение. Старайтесь, чтобы колено смотрело вверх и прямо. Мы сделали 20 счетов и повторим это же, такую же растяжку на другую ногу. Встали на правое колено, скользим вперед влево, опускаем корпус и уводим назад немного колено, толкая бедро вперед и вниз. Захватите. Ногу за стопу и держите это положение 20 счетов. Еще 10, 9, 8, 7, 6. Можете первое время страховать себя рукой. Затем старайтесь тянуться и опускаться вниз. Дотягиваться лбом до колена. И помните, прямая нога, хорошо растягивайте подколенное сухожилие. Колено прямое, направлено вверх. Отлично, вы сделали эту растяжку. И давайте сделаем второе упражнение. Позиция ног вторая, стопы параллельно. Также приподняться на носочки и согнуть чуть-чуть колени. Это будет первый уровень. Поставьте руки на бедра и выполняйте зажимы по 4 на каждом уровне. Раз, два, три, четыре. На втором. Раз, два, три, четыре. На третьем. Раз, два, три, четыре. Здесь не поднимаясь, добавим вращение тазом и 5 кругов. 4, 5. Хочешь с тобой и 5 против. Раз, два, три, четыре, пять. Держите стопы параллельно. Мы сделали первый цикл. Давайте выполним второй. Стопы параллельно. Чуть опустились, держим ровную спину и начинаем делать зажимы. Раз, два, три, четыре. Второй. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять скруточек. Раз, два, три, четыре, пять. Против часовой. Раз, два, три, четыре, пять. То в одну сторону, то в другую. Вращаем бедрами. Второй цикл. Еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Не выпрямляйтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Мы сделали три. Еще столько же. Поехали. Раз, два, три, четыре. Ниже. Раз, два, три, четыре. Еще ниже. Раз, два, три, четыре. Это сложно, но потерпите. Раз, два, три, четыре. 5. Подкручивайте бок под ребра и копчик опускаете вниз. 5. Еще 2. Очень хорошо напрягаются бедра. Но мы в дальнейшем делаем растяжку, чтобы снять это напряжение. Поехали. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, по кругу. Раз, два, три, четыре, пять. В другую. Раз, два, три, четыре, пять. Стопы параллельно. И мы делаем последний цикл первого подхода. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Очень хорошо, молодцы. Не спешите делать растяжку. Давайте выполним еще один подход. Повторите второе упражнение.
параллельно, также приподняться на носочки и согнуть чуть-чуть колени. Это будет первый уровень. Поставьте руки на бедра и выполняйте зажимы по 4 на каждом уровне. Раз, два, три, четыре. На втором. Раз, два, три, четыре. На третьем. Раз, два, три, четыре. Здесь не поднимаясь, добавим вращение тазом и 5 кругов. 4, 5. Хочешь с тобой и 5 против. Раз, два, три, четыре, пять. Держите стопы параллельно. Мы сделали первый цикл. Давайте выполним второй. Стопы параллельно. Чуть опустились. Держим ровную спину и начинаем делать зажимы. Раз, два, три, четыре. Второй. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять круточек. Раз, два, три, четыре, пять. Против часовой. Раз, два, три, четыре, пять. То в одну сторону, то в другую. Вращаем бедрами. Второй цикл. Еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Не выпрямляйтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Мы сделаем три. Еще столько же. Поехали. Раз, два, три, четыре. Ниже. Раз, два, три, четыре. Еще ниже. Раз, два, три, четыре. Это сложно, но потерпите. Раз, два, три, четыре. 5. Подкручивайте бок под ребра и копчик опускаете вниз. 5. Еще 2. Очень хорошо напрягаются бедра. Но мы в дальнейшем делаем растяжку, чтобы снять это напряжение. Поехали. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 по кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Другую. Раз, два, три, четыре, пять. Стопы параллельно. И мы делаем последний цикл первого хода. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре по кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Очень хорошо, молодцы. Ну, чуть-чуть колени. Это будет первый уровень. Поставьте руки на бедра и выполняйте зажимы по 4 на каждом уровне. Раз, два, три, четыре. На втором. Раз, два, три, четыре. На третьем. Раз, два, три, четыре. Здесь не поднимаясь, добавим вращение тазом и 5 кругов. 4, 5. Хочешь с тобой и 5 против. Раз, два, три, четыре, пять. Держите стопы параллельно. Мы сделали первый цикл. Давайте выполним второй. Стопы параллельно. Чуть опустились. Держим ровную спину и начинаем делать зажимы. Раз, два, три, четыре. Второй. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять круточек. Раз, два, три, четыре, пять. Против часовой. Раз, два, три, четыре, пять. То в одну сторону, то в другую. Вращаем бедрами. Второй цикл. Еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Не выпрямляйтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Мы сделаем три.
Еще столько же. Поехали. Раз, два, три, четыре. Ниже. Раз, два, три, четыре. Еще ниже. Раз, два, три, четыре. Это сложно, но потерпите. Раз, два, три, четыре, пять. Подкручивайте пупок под ребра и копчик опускаете вниз. Пять. Еще два. Очень хорошо напрягаются бедра, но мы в дальнейшем делаем растяжку, чтобы снять это напряжение. Поехали. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Другую. Раз, два, три, четыре, пять. Стопы параллельно. И мы делаем последний цикл первого подхода. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Очень хорошо, молодцы. Да, растянуться. Опять растяжка четвертой недели. Опуститься на колено. По левой. Правая нога вперед. Скользим пяткой. Опускаемся корпусом на бедро. И скользим как можно дальше. Затем сгибаем колено, захватив стопу. И продолжаем скольжение. Выпрямляем максимально колено. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще раз. 2, 3, 4. Прижимайте пятку к ягодицам. Тяните за стопу. И с каждым разом у вас ноги будут, мышцы ног будут хорошо растягиваться. Поменяем ногу. Опять встаем на правую. Левой скользим вперед. Опускаем корпус. И согнув стопу, захватите за носочек, натягивайте на себя. Опускайтесь как можно ниже. И растягивайте, опуская бедро, выпрямляя колено. Левой ноги. Бедро тяните вниз. Три, два, один. Таким образом вы к концу четвертой недели, ну, в крайнем случае к концу нашего курса, сможете выполнить шпагат. Итак, упражнение у нас будет с мячиком. Для этого возьмем мячик. Он должен быть достаточно упругий, чтобы создавать сопротивление. Зажимаем коленями. И сделаем 6 циклов такого упражнения. Посмотрите. Согнули. Стопы у нас сейчас параллельно. Вместо третьей позиции с разворотными стопами и с развернутыми коленями у нас на этой неделе будет упражнение с мячиком. Поэтому согнули пяточки, подняли над полом и зажимаем таз по 4. Причем одновременно с зажимом таза сделаем зажим колен. Все время сжимаем. Раз, два, три, четыре. Опускаемся ниже. Раз, два, три, четыре. Затем опять возвращаемся на первый. Жмем. Раз, два, три, четыре. И на второй уровень. Раз, два, три, четыре. Не выпрямляя. Делаем 8 зажимов уже таких очень акцентированных. Два, три, четыре с выталкиванием таза и с зажимом колен. 8. Молодцы, вы сделали первый. Продолжаем. Второй цикл. Все то же самое. Согнули стопы. Первый уровень. Раз, два, три, четыре. Второй. Раз, два, три, четыре. Толкаем таз. Вернее, наверх еще раз. Раз, два, три, четыре. Еще вниз. Раз, два,
3, 4. И толкаем 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы выполнили уже 2 раза. Еще 4 останется. Продолжаем. Раз, 2, 3, 4. Зажим. Раз, 2, 3, 4. Наверх. Раз, 2, 3, 4. На второй. Раз, 2, 3, 4. Активно. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. Еще 3 раза. Не расслабляемся. Продолжаем. И раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Еще раз, 2, 3, 4. На втором. Раз, 2, 3, 4. Здесь же. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. Это очень ощутимо. Но мы делаем здесь один подход этого упражнения. Продолжаем еще 2 раза. Давайте настроимся. Раз, 2, 3, 4. Не забывайте жать колени. 4 наверх. Раз, 2, 3, 4 вниз. Раз, 2, 3, 4. Контролируйте осанку. Смотрите в зеркало. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще последний. Поехали. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Вернулись на первый. Раз, 3, 4. Колени. Раз, 2, 3, 4. Последний. 8 раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это непросто. Это очень непросто. Советую вам контролировать пульс. Можете найти в интернете табличку расчетную для каждого возраста, какой необходимо, чтобы был пульс при физических нагрузках. И проверять все время в течение тренировки, не слишком ли у вас высокая нагрузка. Если да, то уменьшать ее. Но давайте растянемся. Все та же растяжка. Опускаемся на колено левое. Скользить вперед правое. Опускаем корпус на бедро. Сгибаем ногу и натягиваем на себя носок. Прижимаем пятку к ягодице. Раз, два, колено вверх. Три, четыре. Скользим. Я уже почти сделала шпагат. Вы тоже в конце курса, надеюсь, будете делать шпагат. Итак, опять скольжение вперед. После хорошей нагрузки и разогрева мышц это очень легко делать такие растяжки. Скольжение вперед, опускаем корпус, фиксируем колено вверх, сгибаем ножку, вытягиваем на себя и опускаемся. Раз, два, три, скользим. Четыре, пять, шесть, семь. Тяните за лбом колено. Десять, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Молодцы. Это не просто, но реально. Давайте возьмем мячики коврик и опустимся возле стеночки партер. Продолжим нашу тренировку на коврике. К стенке. Поставьте стопы на стену, зажмите коленями мячик. И мы будем выполнять зажимы таза с подъемом наверх и одновременно с зажимами колен. Вернее, мы сначала начинаем зажимать колени 2 раза. Колени, колени, затем колени и таз, и все наверх. Итак, давайте сделаем первый подход 15 раз. Поехали. И колени, колени, таз. Раз, два.
Колени, колени, таз. Два. Раз, два, три. Три. Раз, два, три, четыре. Пять. Задержитесь наверху немножко, на долю секунды. Шесть. Семь. Колени, колени, таз. Восемь. Колени, колени, таз. Девять. Колени, колени, таз. Десять. Колени, колени, таз. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 14, 15 и зажали на 10 счетов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все стационарно сжимали. Секундочку, передохните, распрямите ноги и продолжим второй подход. 15. И колени, колени, таз. Раз. Два. Три. Все, крепко зажимаем. Четыре. Отрегулируйте темп с небольшой задержкой наверху. Шесть. Еще половина. Семь. Даже чуть больше. Восемь. Девять. Десять. И еще наверх, еще наверх, еще два раза, вверх, вверх. Давайте еще последний раз и зажим, держим. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Вы сделали второй подход, отложите мячик, надо растянуться. Согните ногу в колени. И положите пятку на колено прямой ноги. Втягивайте на себя и растягивайте таким образом бедра и ягодицы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. У вас ощущается подколенное сухожилие, бедро согнутой ноги. Медленно меняем положение. Опять напрямую ногу кладем согнутую и притягиваем к себе. Фиксировать, чтобы не заваливаться. Придерживайтесь свободной рукой. Сохраняйте баланс. Очень немного. Очень хорошо растягиваются ягодичные мышцы. Это необходимо. Достаточно. Сделаем второе упражнение, уже знакомые вам зажимы. Без мячика наверх, зажимаем как по ступенечкам и опускаемся вниз. Делаем 20. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Два зажима вверх, два опускания. Это раз. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, еще 10, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, жмем 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стационарный зажим наверху. Напрягли ягодицы. Отдохнем. И сделаем второй подход, а затем растяжку.
И раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Контролируйте свои бедра. Вы максимально должны сжимать и постепенно расслаблять. Девять. Десять, еще десять. И раз. И два. И три. И четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять и десять. Зажали наверху. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. О, молодцы. Надо немножко растянуться. Очень хорошо, вы сделали эти упражнения. Теперь лежа на правом боку, ноги выпрямлены, начинаем поднимать колено, ногу вверх, как по ступенечкам, два подхода. Делаем это 50 раз. То есть один счет — это вверх-вверх, вниз-вниз. Два, три. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще раз, два, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20. Еще и раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 10. Это четвертая неделя, это уже достаточно сложный комплекс. Не все выдерживают, кстати, но надеюсь, вы еще со мной. 3. Поднимайте невысоко, но не забывайте зажимать ягодицы. Ягодицы все время напряжены и зажаты. 10 счетов, стационарный зажим. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Хорошо. Поднимите ногу и расслабьтесь. Поменяйте. Ложитесь на другой бок. И точно так же зажали ягодицы. Начинайте подъемы. Раз, два, раз, два, раз, раз, два, раз, два, два. Как по ступенечкам. Три. Невысокий подъем и постоянный зажим ягодиц. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять,
10. Прямая нога. Еще раз. И два. И вверх, вверх, вниз, вниз. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Уже 20, еще 30. И раз. И два. И три. И четыре. У вас хорошо работают бедра. 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 20. И раз. И два. И три. Это непросто. 4. Зажали ягодицы. Расслабились. 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще десятка. И раз, и два, и три, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. И 9, и 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Очень хорошо. Согните колено и расслабьте ногу. Опять поменяли стороны и начнем работать правой. Для этого переведите ноги под 90 градусов. Корпусу. И начинаем 10 подъемов вверх и вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Медленно. 10. Зажим, сохраняйте. Двигаем вперед и назад. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, нога напряжена, 8, 9, 10, недалеко будем. А теперь рисуем букву Г. И раз, и два, вперед и вверх, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10.